Наша телерадиокомпания готовится провести первую прямую линию главы администрации с блогерами. Уже завтра, 16 августа, состоится прямая линия с главой администрации. И в Патарийске блогеры готовят вопросы Андрею Филонову о самых острых и проблемных ситуациях в городе. За открытым диалогом, без купюр, можно будет следить все эти на нашем официальном канале в YouTube. Посмотреть трансляцию можно будет на нашем канале YouTube. Ссылки также будут доступны в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Подготовка прямого эфира потребовала значительных материальных, организационных, технических мероприятий. Мы организовали новую студию, закупили необходимое оборудование. Многое пришлось делать своими руками. Работа в прямом эфире имеет свои особенности, заключающиеся в особой четкости взаимодействия всех звеньев – осветителей, звукорежиссера, видеорежиссера, средств технической поддержки. Этот формат требует также особой дисциплины, как от гостей студии, так и от всех, кто остается за кадром. Материал передается в эфир без редактирования. Наши зрители смогут принять участие в дискуссии, задавая вопросы и оставляя комментарии в онлайн-чате, доступном для зарегистрированных пользователей. Первый прямой эфир мы планируем передавать только через канал интернет. Однако мы работаем над тем, чтобы он стал доступен для зрителей кабельных сетей. Эта идея мне очень понравилась, тем более похожую идею предлагал где-то года два назад, а именно встретиться, поговорить по душам с кем-нибудь из руководства нашего города. На эту идею откликнулся Андрей Филонов. Это первое такое, я даже не знаю, наверное, в России, когда будет происходить в прямом эфире встреча блогеров и главы администрации. То есть я такого формата пока еще не делал. Тем более, что этот формат сделан, не, скажем так, не по инициативе городской власти, а по инициативе именно блогеров. Я надеюсь, что это положит начало диалогу между обществом, точнее активной его частью, и властью. То есть я думаю, что там будут освещаться вопросы, те вопросы, которые считают проблемными на пользователей интернета, и будем, соответственно, сразу видеть, есть ли какая-то обратная реакция со стороны власти на эти вопросы, то есть, а именно их решение и все остальное.